It's plant time. Алоха, дорогие друзья, меня зовут Павел, это канал Солонов Плей, мы играем в Vanishing of Ethan Carter. Мы остановились на том, что мы подошли к шахте, и где я вспомнил о том, что можно еще разгадать один квест. Кстати, вообще, я в восторге от себя, от своей эрудиции, дедукции, индукции, гравитации. Да, мы разгадались с вами этот секрет с тележкой, мы посмотрели, что там да как, ты мне подсказал идею благодаря вороне, мы все порешали, вообще красавчики-молодчики. Мы у шахты. Шахта, вот она. Вот, она должна быть вот здесь, я так люблю это показывать, потому что, как идиот со стороны, показываю на себя, но... Всем алоха, дорогие друзья, меня зовут Павел, это канал Слонов Плей. Мы продолжаем искать Vanishing of Ethan Carter. Нет, мы играем в Vanishing of Ethan Carter и ищем самого Итана, потому что так игра и называется. В прошлый раз мы смогли в небольшом дополнении разгадать загадку с электропоездом. Мы выяснили, что там погиб, оказывается, брат Итана. Его убил дед, который потом тоже впал в горячку и... Не знаю, что с ним стало, не знаю, мы пока еще это не узнали, но мы разгадали. Благодаря твоей помощи и моей дедукции, индукции и гравитации мы смогли справиться с этой задачкой и все порешали. Я опять прибежал к шахте, где мы, собственно, и остановились-то, куда мы хотели нырнуть, значит, хотели, но не нырнули. Вот, что еще я тебе хотел сказать? А это была бы нерешаемая задача, если бы не вон та, видишь, ця. Кто не знает ца, ця, вон там ця, которая говорит забраться. Вот, если бы не эта подсказка, я бы не знал, как зайти в эту шахту. Но вот те большие буквы нам сказали, куда двигать. И поэтому мы сейчас туда и двинем. Вот сама шахта, куда якобы по последней информации по головоломке, по детективному расследованию с кладбищем, мы узнали, что Итан убежал в шахту. Якобы там каким-то образом можно остановить некого спящего, который проснулся здесь. Спал, спал, спячки, тут я проснулся. Что хочу сказать, что игра такая тяжкая. И это не из-за моего оборудования. Тут что-то с оптимизацией не так. Я сейчас заберемся, посмотрим, что там да как. Все. Что, понеслась. Чтоб ты понимал, игра запускается, ну, в реал-тайме около минуты, если не больше. Все. Обратно можно? Вот, а обратно уже нельзя. Я ж тебе... Или можно? Подожди. Я тут пригнулся. А, можно выйти. Ну, неплохо, неплохо. Open world, так сказать. Работает на все. Да, игра запускается около минуты. Очень тупит, если свернуть игру, чтобы потом не, ну, не заново не подгружаться, ты понимаешь, да, меня? Тупит, весь компьютер тупит. Как бы, ну, для меня это редкость. Ну, тем не менее, Redux, графон подъехал. Ладно, погружаемся в атмосферу. Вот точно, все, 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 погружение нормально идет. Чувствую, слушай, чувствую, что какая-то херня. Вообще музыка пропала. Нельзя вот отсюда открыть, то и чтобы я не пролазил каждый раз. Ладно. Ну, не, не очково. Напряжно, но не очково. Просто в этой игре нет боевки. Поэтому я-то особо и не переживаю. Чего вообще переживать, когда у нас нет здоровья, никто нам ничего не сделает. И может быть, конечно, тут какие-то хрени будут, но ну, не думаю. Хотя в Amnesia тоже вроде как боевки нет. Ну там физика, все дела, тут физика-то тоже не особо задействована. Поэтому, вообще не боясь, спускаемся. Без страха и упрека. Жахта линейная, это хорошо. У меня такое хорошее настроение, не знаю, что случилось со мной. Ну прям вообще ништяк. Я даже так весел в такой игре-то. Кстати, камера нормально стоит, я это. Сейчас пока на лифте будем спускаться, надо проверить. Я думаю, меня видно, так что. Ё-моё, там нормально так ехать. Ой, ну хоть тут кнопки-то работают, ну спасибо. Сейчас будет история. Прости, я не часто тебя трогаю, но сейчас надо. Я вот прям вижу, что ты смотришь куда-то не туда.
Сейчас нормально. Так. Но вообще нет звуков. Просто давящая тишина. Даже главный герой, то есть мы, не хотим ничего поговорить с самим. Я же могу наверху ехать здесь еще, да? Могу, могу. Могу, могу, все, моя. В смысле, я могу просто Лёшку наверх отправить? А зачем? А что сейчас стало очково немножко-то? Так. Тупик. Так, ну главное здесь не заплутать. Это тоже тупик, да? Ладно, так не заплутаешь, да? Тут одна дорога, сложно заблудиться. Напряглись. Блин, как меня мужичок что-то дает, как будто я внутрь в этой шахте. Нихера тут нормально такие расстояния. Тупик. Я проверяю, вдруг там что-то не видно. Повороты. Тупик. Что-то ничего не могу сделать, да? Ну ладно, в принципе, что, прямо направо. Блин, что-то слишком длинный коридор. Блять, какой он длинный. И музыка пошла какая-то. Опять я ее не слышу ни хера, ну. Что-то такое. Ху-ху-ху. Я просто пытаюсь понять. Прикольно, что это действительно один большой open world. Наверное, она... И так медлительно из-за того, что, ну, типа, один большой мир загружается. Что-то булькает внизу. Ух ты. Да, поэтому несложно определить, из-за того, что большой один мир, сложно определить, стойка для кирки. Нет, пусто. Кирка, где кирка? О, да. О, да. Ну давай, ты там же крутишься, нет? Там же нихера не видно. Ничего не видно. Ну короче, где-то там во тьме ночной крутится кирка лежит. Именно поэтому, из-за того, что большой open world, как я уже говорил, сложно определить размер игры. То есть мы можем быть сейчас только в очень раннем начале. Можем быть уже в середине, или уже к финишу подходить. Ничего не понятно. Потому что... Сложно. Неизвестно, блин, я надеюсь, там не Итан, да? Блять, это Итан. Нет, не Итан. А, это его мама. Замок сломан снаружи. Жертва утонула посмертно до смерти. Ну понятно, у нас вообще улик никаких нет, кирка как минимум первая, нужно найти две. Сложно понять терпение авторов, чтобы узнать, ну, к сожалению, я не знаю, что они еще сделали, не сделали, вообще сколько они игру делали, чтобы понять, сколько они вложили в это времени. И чтобы понять хотя бы ее размер, потому что это все кропотливая, ручная работа, хорошая работа. Не знаю, сколько, конечно, выгодно, ну, в плане финансов вообще, как бы смысл вложений в это сил времени. Так, вверх. Мы вверх, а выше ее поднять нельзя. Мы просто ее достали и все. Надо искать еще. Ой, бля. А, еще вверх. Я вообще там была кнопка вниз, я подумал, что я вниз нажал. А вопрос, зачем? Может, мы как-то можем подняться туда? Ну, и там как-то взаимодействовать с клеткой. Посмотрим, пока пусть он там будет на самом верху. На всякий случай, вдруг мы там как-то появимся. Блин, как там далеко-то. Вот тут свет хоть есть, а то что-то там, когда кирку я смотрел, там темно. Тележка. На ней тоже можно ездить. Только зачем тут? Не так далеко можно уехать, как я погляжу. Ничего нет. Ничего нет, ничего нет. Ничего, забраться, забираемся. Давай. Так, завести тебя можно? А-а-а. Там камни, я ж не проеду. Что, разогнаться надо? Не, ну, с таким светом, в принципе, не страшно, блин. Это будет забавно ходить, конечно, с помощью...
Типа нормального фонарика нам взять было негде. Ну все, я же говорил. Рабочая схема. По кругу. И да, там стрелка, она сейчас будет ее, подожди, перевести. Стоп. Сюда выйти. Да, я все-таки не машинист, но знаю, что рельсы переводят с помощью стрелок. Только бы понять, как... как ее... Как ее толкать, за что ее толкать? Ее надо... Ну, как-то... А что? Видишь, она, короче, наклонена вправо. Значит, следовательно, я еду вправо. Мне надо ехать прямо. И чё? И как мне это сделать? И она автоматически переключится. Но она не должна автоматически переключаться, какая-то фигня. Значит, это должно быть управление, наверное. Смотри, оно само поехало. Ничего, нормально, я во тьму поехал со светом. Будет еще забавнее, если у него бензин кончится где-нибудь посередине, мы с тобой останемся в темноте. Это было бы вообще не очень. Так, осмотреть. А, ну вот кирка. Ух ты, блин. Чего приближать? Кирка, блин. С кровью нет. Нет, просто ей проткнули. Просто ей проткнули этот... Я не знаю, что это такое. Ну, трансформатор какой-то, передающий энергию. Ничего нету. Ну, в принципе, на тележке не страшно гонять. Не, и быстро, в принципе, бегать не надо. Ставим кирку на место, у нас будет плюс одно воспоминание. И ищем, опять же, зачем ее наверх поднимать? Ну, давай просто для... Хотя, кстати, а может там нырнуть можно? Типа она мешает нам. Видишь, вода утекает. А я не могу туда упасть. Значит, нет, эта схема не работает. Не работает. Так, ну давай посмотрим, убедимся, что мы действительно... Я там не вижу никакого прохода, ничего. А нет, вон слева, смотри, что-то есть. Или мне кажется, вот там туннель, нет. Все равно странно. Странно, очень странно. Опа. Смотри, только одна кирка и все. Четыре воспоминания. Четыре элемента. Они прямо все в стороны разлетелись. Подожди, они куда-то вообще наверху летели или что? А, все рядом. Сейчас мы это быстренько с тобой разгадаем. Вот, я забыл, кто это. Дейл, это отец, по-моему. Не помню. По-моему, отец. Ну да. Они убили этого на кладбище. Зачем он ее запер? Ага, он убил ее. Ой, так, соберись. Так, у нас есть хронология. Они пришли сюда. Для начала надо сюда прийти. Ну, как активировать? Да, это первое. Они пришли. Что они могли здесь сделать? Им надо что-то... Так, вот здесь он без кирки, нет, значит, и здесь он тоже без кирки. Пока пойдем такой теории, смотри, мы, короче, делаем, что вот это второе. Это третье. Он ее зачем-то запер, опустил, под воду, я имею в виду. Он взял кирку и пошел зачем-то сюда. Попробуем. Почему нет? Зачем ему быть здесь? Черт. Это должно быть енот. Нет, я так не думаю. Ага. А где он спрятался? Он просто ребенок. Он не нарушал ничей покой. Он просто нашел какую-то комнату в старом доме. Вот и все. Жена, наш мальчик. Я иду туда. Спящий не должен спать. Ага. И он типа, чтобы она не нашла, отправил ее вниз. Сбежать. Спящий скоро проснется. Лиса, ты только послушай себя. Нет. Я ясно все вижу.
Спящий дышит внутри меня. Ты больна. Мы все больны. Что ты делаешь, Дейл? Так, она остановилась, и что? Кирка ж чистая была. Дейл! Что это? Он... Ага, он ее там запер. Ладно. Все, с первого раза собрали, а? Кто красавчик? Ты красавчик, конечно. Подсказал мне, как это сделать. Я чувствую, как просыпается спящий. Спящий должен пробудиться. Спящий должен пробудиться. Спящий должен... Спящий тоже пробудится, это точно из этого, из готики, блин. Спящий пробудился. Так, значит, он где-то наверху был, судя по всему. Им надо было с таких головок попроще, а то... А где мама? Мне послышался ее голос. Она... Все еще ищет тебя. Тебе нужно идти. Иди туда. Через воду? Выглядит так, будто ее вскипятили. Нет, это всего лишь химическая реакция, она вовсе не кипит. Мам! Мама, где ты? Я разберусь с твоим братом. Давай, иди! Так подожди, его же переехал поезд. Трэвиса. Он не убивал свою жену. Она уже не являлась той, кем была раньше, как и он. Кстати, все для что-то использовала всю эту боль и смерть. И становилась сильнее. А, ну, значит, как бы это не головоломка, и нам... Ну, в смысле, вверх-вниз, потому что лифт ездит. Это... И он сам завелся, что ли? Я подошел, он такой завелся. Это система автозапуска, импортная вещь. Хорошая. Ну что, погнали, народ. Насколько мне тут быстро ехать, надо еще по сторонам смотреть. Думал, он уехал на лифте, а он, оказывается... Не, ну, пойдем посмотрим, что делать, я не знаю. Да, шикарно, давай меня поглубже. Не, ну... Неплохая лестница. Ё-моё. А обратно-то бежать не близко. Еще. Ну давай. Да ё. И сколько тут этажей-то? И тут еще темно, да? Наспускались, так наспускались. Ой, что такое? Если увидите это предупреждение, не ходите дальше. Если увидите это предупреждение, наш ритуал не удался. Если увидите это предупреждение, ворота к неведанному из глубин остаются закрытыми. Чё? Ну чё, поехали или пошли? Я чё-то не знаю. Опа, карта. Ё-моё, тут нормально так. Ну тут не сложно, в принципе, но... Знаешь, что меня радует, что это тупиковая система, то есть, судя по карте, там дальше прохода нет. Ну, пойдем посмотрим, в принципе, я запомнил. Все, в последнее время мне попадают, знаешь, такие игры, типа, ну, хоррорные, да, где карты, ты должен все запоминать, я скоро так... Не, нормально. Блять, это ж не хоррор был, ну что за херня? Не, какой мат? Вы что? Это обычная реакция организма.
вспотел. Пойду на тележке. Не, на тележке далеко бежать. Лень преобладает. Так. Не, он вообще не страшный был. Все, я такие, ой, каждый день, когда на улицу выхожу, вижу. Опять карта. Тут везде карты. У меня вопрос. От них, типа, я ж... Он... Не, ну, кстати, на меня так смотрел нормально. Нет, это было нежно. Я просто не знаю, от них можно убежать? Или они тут еще будут? Или это просто этот, как его... Господи, забыл. Все, у меня память вообще отшиб своим неожиданным мувом. Скрипт. Это был скрипт. То есть один раз и все. А вот он. Вот этот чувак, который на меня тут накинулся. Че там? Подсвечена надпись. Ты не мертво, что вечность сохраняет. Смерть вместе с вечностью порой умирает. Ты гнил, когда был молод Вавилон. Бог знает, сколько эр он продремал в земле, где наших заступов металл и сплит его гранитных высек звон. Все. Так это тут Ктулху они, блин, ищут. Не, ну понятно, что тут на Лавкрафте как-то... Ну, хотя еще как бы не факт, но помешательство в стиле Лавкрафта, то есть целая деревня на каком-то древнем боге зациклена, помешана, больна им. Блин, ну это, конечно, эпичная херобора. И чё? Чё ты устал? Управление воротами. И чё? Такая... не, бро, я... А, подожди. Как выйти отсюда? Так, подожди, а, выйти, да. Точно, огромная надпись посередине, выйти. Так, смотри, ты встал здесь. Зачем? Ты говоришь, типа, этот символ. Буква Э. А что, там есть такая буква вообще? У нас тут поле чудес. Ну, вон наверху вроде Э, да, проткнуто. И что? И что это значит? Я видел внизу на записке, там было прожженное место, где... Якобы символы были указаны. Ну, прям посмотрим. Я сразу им не придал значения. Ну вот, начинается на завитушку, заканчивается на эмо, а ответ пораженный. Я не знаю, возможно, стих как-то имеет значение. Но еще раз, начинается на завитушку. Типа у английская и заканчивается на эм. Ну там, ну да, вон есть, но опять же... Я пока не имею инфы. Давайте пройдем по кругу. Ну, в смысле, по этой локации тут, конечно. Кажется, у меня позвоночник сжался в трубочку. Но, да, мне кажется, это разовая акция была. И... Ну, типа, ну что-то странное. Лабиринт реально такой, что, типа, чтобы убежать можно было куда-то. Если момент, он на меня напал. Ну как напал, подпрыгнул ко мне, телепортировался. Вопрос мой в том, что... Да, я типа умер, это было воскрешение на респауне, типа, или это у меня галлюцинация, потому что я туда зашел, получил люлей и типа потом опять просто... А, ну вот еще, смотри. Я же тебе говорил, тоже какая-то... А, он сейчас улетит туда и встанет на какую-то новую кнопку. Ну... Знак. Ладно.
Ладно. Не, ну он так со своей лампой заскрипел, что я как бы... Если еще раз встречу его, я... Не, ну вообще, мне кажется, на нас напал тот чувак, который... Хотя кто его знает, нет? Который у главной комнаты... В главной комнате был. Так, я сейчас, чтобы не потеряться. Что ж тут так подтормаживает-то все? Ага, подожди, стопэ. В смысле мы здесь? Это тупик. А, вот это тупик. Все, тогда я окей. Я думал, это проход. Так, ну... Фу-фу-фу-фу. Нам надо еще нижнюю часть обследовать. Как-то. Ну, я просто думал, а вот здесь... Ну да, вот, чувак, я ж думал, тут тоже должно быть что-то. Чё за чуваки? Какое-нибудь объяснение бы дали. Ладно. Ладно. Так. Вниз. А, это на выходе, да? Нет, не на выходе. Так. Ну, мы направо сразу прошли. Единственное, что... Ну, я... Так, спустимся вниз. Ладно, потом там пройдем. Ну, вот еще карты будут. Ну, тут нормально так. Карта, в принципе, не заблудится. Да, надо... Хотим туда сходить, надо вот этот круг сделать. Подсчета. Просто я не знаю, сколько должно быть в идеале. Блядь, иди нахуй. Ай, иди отсюда. Какого хрена ты тут ходишь? Исчез. Ладно. Это тоже был скрипт. Иначе я бы тут их еще нашел. Пару ребят. Своим этим скрипучим фондарем. Так, нам надо сейчас прямо пройти. Вроде последнее место, где я не ходил, вот здесь. Тупик. Нет, тут тоже какой-то алтарь непонятно. Ну ладно. Возвращаемся обратно. А вот тут что-то висит, не? А, это еще одна карта. Здесь мы были. Так, собрали вроде всех, но я, по крайней мере, больше не видел. Сейчас будем как-то пытаться решить эту. Мне кажется, что первый и последний символ в подсказке вот внизу лежит. Вот здесь. Опять же, это завитушка и буква М, правильно? Правильно. Завитушка и буква М. Что у вас тут уже целая бригада стоит? Что-то 4 у вас мало, может 5 должно быть. Ах, как-то вот здесь пустовато. Ну, блин, сейчас посмотрим. Так. Что у нас вообще по воротам? У нас ворота состоят из 5 символов. А у вас 4. Я не совсем понимаю, что значит состоят. Вот это что такое? Что это? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, вообще 6, можно сказать, колец. А что мне составлять? Мне надо составлять... В идеале вот так оно должно выглядеть, наверное. Ну, как в записке, начинается на завитушку, заканчивается на М. И еще... А это как выглядит? Вот. Ну, я сейчас попробую, конечно, не факт. Я просто их выставлю одинаково. Не уверен, конечно, что я что-то правильно делаю. Я вообще... Сложно думать в таких стрессовых ситуациях.
Ну вот, я их выставил одинаково. Нет, так не работает. Давай думать, чё, на чем вы тут встали. Вы встали... И вообще, что за последовательность? Почему они так на полу расписаны криво? Z, E, U, Z. Z, E, U, Z. И что это значит? А, подожди, а что значит звезды? А, ты смотри, тут... Тут они еще квадрат, ромб, круг, треугольник. Они же еще нарисованы внутри каких-то фигур геометрических. Ну, допустим, начнем вот Z квадрат. Ранил. О, то есть не та игра. Так, Z квадрат. Вот, Z квадрат у нас есть. А что это значит? А что вот это значит? Это треугольник. Ну, Z квадрат есть. Может, посередине надо, типа, делать комбинацию? Давай так, тогда... Тогда что у нас... Это какой-то... Почему тут два треугольника? У нас есть вот треугольник. Треугольник... Треугольник у нас У. Вот это вроде бы У. Ну, вон та, да. Теперь вот еще Z-кружок. И... Это два одинаковых Z-а? Z-кружок. А, я просто задумался вообще, что я здесь делаю. Э-ромб. Эрэмп. А, кстати, у нас не хватает еще... У нас, походу, зомбака не хватает одного. У нас еще... Эромб. Я не знаю, почему я решил его делать посередине, потому что тут, в принципе, все знаки видны. Что за знак? Э? Вот это оно, да? Да. Слушай, а может последний просто повертеть на удачу? Ну, как бы... Тут нет кнопки активации, поэтому... Если я, в принципе, все собрал правильно... Ну, а что-то не особо оно хочет работать. Фух. Ну, смотри, мы имеем... Что мы еще имеем? Подожди. А, подожди, а почему я выставил... У меня сколько чуваков? 4. Раз. Да, мне нужно еще один нужен. И последний символ вроде как... Так, последний символ М, потому что на записке выжжены. Вот, смотри, начинается с У и заканчивается на М, а в середине символы были на записке прожжены. А у нас не хватает только пятиконечной звезды. И тут мы как профессиональные медвежатники ничего не смогли с этим поделать. Может, тут выходить надо? Ну, попытка не пытка, а чё? Блин, ну короче, где-то я посеял еще одного чувака. Не работает. Значит, какой... Значит, мы где-то чувака не нашли. Ладно, я... Но я думаю, что так правильно, конечно. У меня нет идей больше, как по-другому. Скорее всего, тот черт, который за нами побежал, он меня отвлек, и я, может, что-то не увидел. Ну, второй, который побежал. Давай еще, блин, сделаем кругаля по этому супер привлекательному месту. Блин, ну... Он как-то должен быть подсвечен, я ж надеюсь, чтобы я его заметил. Так, подожди, а вот здесь я повернул направо, а не пошел сюда. Ну да, мы за поворотом чувака нашли, я помню. Вот здесь мы нашли его. Вот здесь лежал, сидел, лежал. Блин, ну давай, ладно, обратно тут сюда сейчас бегаем. Что, по идее, еще чувак с лампой, который за мной бежал, второй, он еще должен быть этим, ну, значком или как символом. Вот здесь мы еще одного нашли, я помню. Да вроде чисто.
Так, не, ну, я не знаю. Ладно, я понял, это не скрипт, это нормально. Ладно, они здесь ходят, зашибись. Ну, это не сильно меня напрягает. Точнее, они меня не сильно напрягают. Он ушел, нет? Музыка такая... Так, ну я направо ходил. А он исчез, наверное, уже. Они вроде как тут проходят метров 30 и исчезают. А вон лежит кто-то, смотри, нашел его. Вот он, блядь, спрятался. Вот он, наш мальчик. Так, ну это последний, там уж по-любому. Хотя, кто его знает. Итак, что я тут, походу, слишком шиганулся этого парня и пропустил. Я не знаю, будет ли заметно в результате, но что-то, блин, прям вообще злачно, злачно. Этот огонек просто систему вешает. Я на него не смотрю, все. До спины идти. Так. Сейчас мы должны разгадать эту загадку. Спасибо, друг, спасибо. Ты появился прямо перед дверью. Зачем? Он сейчас сюда пойдет, кстати. А, и все, исчез. Ха, вообще проблема. Он в прошлый раз, кстати, исчез тоже и вылез у меня перед лицом. Так, неплохо. Но он тогда на меня сильно прям смотрел. Это меня прям напрягло нормально так. Все, все, все. Так, еще раз просто. Вот, видишь? Начинается на это и заканчивается на М. Должно как-то это вот. Конечно, кто сказал, что У снизу? А, ну подожди, а У снизу там сказал нам этот треугольник нам сказал. Ой, не треугольник, чувак, который стоит. Ну, я же говорю, да, я так был уверен, что он стоит на вот этой штуке. Походу, без того, что он на ней стоит. Я, по-моему, даже, кстати, правильно поставил, не? Это ж... Нет, не тот знак. Ну, ладно. Где он тут? Какой-то там обрубок. Нет, не он. Вот этот вот. Ну. Вас сколько? Вас 5. Что-то я явно делаю не так. Хотя, ну сейчас посмотрим. Вот этот треугольник мне говорит, что У должна быть внизу. Или это не то? Нет, это то, все нормально. Уж наверху я что-то не так сделал. Оно должно само сработать, не? Чуваки, ну, что-то тут как-то непонятно. Давайте знаки еще раз проверим. У треугольник, да. Квадрат Z. Бля, может там 2 Z? Нет, почему, кстати, 2 Z у нас? Я что-то не понял. Они даже, кстати, внешне вроде как по-разному выглядят, не ли, мне кажется? У нас Z квадрат, Z круг. Ну, Z квадрат, Z, Z круг. Тут просто давай круг покрутим, сейчас посмотрим. Да вроде... Вроде только один и тот же Z есть. Так, ладно, ромб у нас это не тот, который вы ищете. Да нет, это точно он. А ты у нас какая-то вообще непонятная фигура с прорубями. Ну, а наверху должен быть М, но я ж уже его выставлял. Ну как, интуитивненько, не? Я подожди, а смотри, подожди. Подожди, наверху треугольник. Треугольник. А треугольник у нас... Стоп, а где у нас треугольник-то? Это не треугольник. Это перевернутый треугольник. А там у нас вверх смотрящий треугольник. Все. Вот тот чувак стоит на букву У, значит, наверху У должно быть.
Да, внизу тогда должно быть М. Ну, наоборот, местами поменяем. Следовательно, задачка должна вроде как решиться. Ну, где там У, а внизу М. У него символа нету. Все. Изи. Ё-моё. Да чё за фигня-то такая? Мне куда бежать? Подожди, ладно, так, дорога обратно нет. А я там ещё на тележке не проехал, ничего? Вау. Ну, что могу доложить по обстановке? Мы под водой. Почему-то мы не... Ага, прочитать. Ой, бля, я... Итан, я же просил не входить сюда. Господь всемогущий, слушай, блядь. Здесь опасно. Я прочитаю твою историю позже. Хорошо? И, пожалуйста, не говори маме, что я здесь. Ладно? Хорошо, теперь иди, возвращайся домой. А тут вообще закрыто. А история-то становится все интереснее. Так, ну я не прочитал, в общем, какую-то из этих записок. Сейчас узнаем, сейчас прочтем все. То как-то не так кнопка, они тут пробел, текст, ЛКМ положить. Проклятие неведомого из глубин. Зеенахианский некрономикон. Горные шахтеры наконец нашли его. Однако не все хотели исполнить ритуал призыва Гнайха, неведомого из глубин. Один из шахтеров понял, что ритуал приведет к затоплению всего мира, и у него не было выбора, кроме как атаковать остальных шахтеров с помощью магических осколков Эльдауна. За это Гнайх проклял шахтера, который обречен на веки бродить по шахте и запрещать другим вызывать неведомого из глубин, обрекающего мир на затопление. А это история Итана или это официальный справочник? Не, ну вот это, наверное, вот официальный справочник. А то, наверное, тогда история Итана. Дорогой мистер Картер. Так, текст. Запрос о разъяснении. Дорогой мистер Картер, патентное ведомство Соединенных Штатов Америки получило ваше письмо 27 января 1973 года, в котором вы просите разъяснение по поводу предложенного вами патента 527F2D, отклоненного нами, как мы выяснили в нашем предыдущем письме. Ваш патент нарушает права уже существующего патента. За последние 16 месяцев через реестр прошло более 50 ваших патентов, и ни один из них не был принят, и каждый раз вы ставите под сомнение наше решение. Сообщаем вам, что все существующие и будущие ваши вопросы мы считаем официально закрытыми. С уважением. Точка. Патент. Кстати, там не было сказано, кто подписал. С уважением, Джеймс Маки, административный директор. Ну... Тем не менее. Так, а что такое? Дейл, забери свои шмотки из нашего подвала и выброси их на помойку. Мне так надоело постоянно тыкаться на твои пожитки в своем подвале. Если не заберешь вещи, то я их сожгу без шуток. Интересно, кому он это адресовал? И шмотки были выкинуты за дверь, да? Блин, это интересное приключение. Хорошо, что мы его не проехали. А на этом пока все. Мы получили свою дозу адреналина. На тележке мы прокатимся в следующем выпуске, поэтому не забудь подписаться на канал, поставь лайк, прокомментируй, что понравилось, что не понравилось. Я прочту, отвечу, и мне будет очень приятно. Так что спасибо. Увидимся. Пока.